Добрий вечір. В ефірі студія «Репортер». Я Віталій Хемій і радий вітати в нашій студії народного депутата України від партії «Слуга народу» Олександр Перенюк. В нашій студії добрий вечір. Вітаю, пане Олександре. Говоримо сьогодні, у нас не одна тема, кілька тем. Говоримо і про ваші ідеї щодо громадського транспорту в Одесі, щодо організації дорожнього руху. І поговоримо також і про політику, про міську політику, якщо ви не проти. Але перше питання. Олександр готувався до ефіру і знайшов ваш матеріал щодо впровадження електронного квитка. Ви знаєте, напевне, що тема не нова, відверто кажучи, і вже багато років, але двічі на рік згадують про неї і потім в скриньку десь закидують, коли вже його впроваджувати так, щоб він працював на користь одеситів. Проблема электронного билета, идея электронного билета, она связана с системой работы общественного транспорта. Это, когда я шел на выборы, это было одно из главных моих обещаний – решить системно проблему вопроса общественного транспорта, богданчиков. Вот мы просто эту проблему даже не нужно объяснять. У нас больше 70% населения ежедневно пользуются услугами общественного транспорта. То есть они ежедневно заходят в эти богданчики, они ежедневно там испытывают сильнейший, тотальный, просто адский дискомфорт. Там жарко, зимой там холодно. Нужно постоянно передавать деньги, маршрутки заполненные, редко останавливаются. И мы дошли до того, что они уже эксплуатируются настолько, что на ходу отваливаются либо колеса, либо отваливаются двери, и через них попадают люди. Вы помните, в прошлом году была такая ситуация. С этим точно нужно что-то делать. Для того, чтобы решить проблему, нужно ее понимать. Нельзя решить проблему, которую не понимаешь. И понимать проблему можно тогда, когда мы будем понимать полностью, что происходит с рынком. Я говорю про пассажиропоток, сколько ездит маршрутов, когда, какие люди, в том числе там, по соцдемографическим характеристикам, и какой объем этого рынка. Вот сейчас вы видели, да, по ситуации в Броварах, уровень вообще проблемы. Это все связано с тем, что у нас система перевозок общественных, система пассажирских перевозок, все работает в черный нал. Каждый пассажир, каждый маршрутки, когда передает деньги, а он передает, эти деньги проходят мимо бюджета страны. Они проходят где-то далеко, себе отдельно, и они никак не попадают в бюджет. За эти деньги можно было бы пенсии повысить или компенсировать льготы. Да хотя бы обновить транспорт. Вот. Или второе, это обновить подвижной состав, потому что он обновлялся не очень давно. И, собственно, я, как народный депутат, моя основная задача и моя основная работа – это писать законы. Мы пишем законы, Верховная Рада работает над политиками, по которым потом работают органы местного самоуправления, в том числе Одесская мэрия. Последний мой законопроект про систему электронного билета, он как раз был принят и поддержан профильным моим комитетом, являясь членом комитета Верховной Рады Украины по транспорту и инфраструктуре, он был поддержан единогласно. Единогласно это значит, что членами комитетов являются члены всех фракций, члены всех партий, которые представлены в Верховной Раде, и все поддержали. Потому что у нас, знаете, где-то за границей уже ракеты частных компаний отправляют в космос, а мы до сих пор с единым билетом не можем сработать. И проблема состоит, конечно, комплексная, но где-то ее нужно по чуть-чуть демонтировать элементы старой бюрократии. Они появились, потому что законодательными актами, решением Кабинета министров проблемы бюрократические накладывались одно на другое. Эти слои нужно раскапывать и демонтировать какие-то бюрократические сложности. Ну, например, у нас есть, пока еще действует, правило, по которому налоговая может кошмарить или задавать вопросы всегда муниципалитетам или транспортным компаниям, если они используют систему электронного билета, то есть оплачивают картой, но не выдают талончик с друкарским засобом, нанесенный серию и номером. Вы просто вдумайтесь, это же какой абсурд. У нас должен быть электронный билет, он должен работать независимо, и он самостоятельно ведет учет, потому что, естественно, через банковскую систему, через банкинг это проходит. И требует одновременно билет. Это просто архаизм какой-то, который нужно демонтировать. Вот мой законопроект про это. Але ми, коли говоримо про якийсь комфорт для пасажирів, давайте побачимо, як це працює в сусідніх країнах. Не будемо брати Німеччину, Іспанію, Польщу.
Один квиток може бути на 20 хвилин, один квиток на тиждень, на день. Тобто настільки там розвинута ця сфера, що я не знаю, скільки десятиріч потрібно Україні, щоб там наздогнати і зробити там більш зручне користування пасажирським транспортом. От реформа нам більш системна, більш глобальна. Я просто говорю про один законопроект, який просто на прошлой неділі. Да, я не сторонник якогось швидких фасадних реформ. У мене прошлое із IT. Я привык системно работать, причем работать, интересуюсь мнением всех участников процесса. Мы работаем над большой системной реформой общественного транспорта. Это очень емкий, непростой документ, который состоит уже сейчас из 160 страниц сравнительной таблицы. Я начал свою работу с того еще осенью прошлого года, что мы отправили письма практически в транспортные департаменты каждого областного центра, получили обратную связь, как это может работать, что им нравится, что не про эту версию думают, а что про эту версию думают, и готовим документ. Сейчас уже финальная стадия подготовки этого документа, и мы будем отправлять им то, что получилось. Мы хотим им дать инструмент, то есть, ну, я же повторяю, да, народный депутат пишет правила. Вот, и мы хотим дать инструмент, правила, по которым они смогут закупать нормальные автобусы, по которым они будут защищены, по которым смогут закупать транспорт. Ну, там много есть новшеств, и главная задача, конечно, чтобы это работало, и транспортные департаменты могли нормально участвовать в процессе закупки, улучшения транспортных услуг, в том числе перехода от Богданчиков старых на новые автобусы. Это принципиально важно, и я пошел в транспортный комитет, конечно, чтобы в первую очередь решить эту проблему. Еще одно питание щодо организации там, дорожнего руха, организации теж пассажирских перевезень, это проблема розкладу. Для пассажиров, для таких, там, как я, там, как мои коллеги, це таємниця. Ми виходимо там на зупинку і ми не бачимо розкладу. Натомість там кандидати в депутати, там міської ради, Верховної ради змагаються один з одним, хто там збудує якийсь там павільйон. Навіщо мені павільйон, якщо я хочу прийти на зупинку, побачити, що автобус чи тролейбус прийде о 17:56, я прийду саме на цей час і я уїду в цей час. Як це робиться там в інших країнах? Навіщо мені ці павільйони? Ну це, як ви сказали, це фасадні реформи, потрібно якось там зробити нормальні там. Да, очень много на самом деле зависит от, ну на самом деле мы широкие инструменты дадим. Есть много проблем, связанных с конкуренцией за так называемые жирные маршруты, там где много пассажиров, и постные маршруты, где, по которым есть погружным, например, где-то далеко, где мало людей. Ну, к сожалению, яркий тому пример, вот последняя разборка под Киевом. Вы видели, люди на улице стреляли из этого. Представляете, какой объем рынка вообще проходит мимо украинского бюджета? Какие деньги не поступают в страну? И я почему не спеша это делаю? Мы посмотрели, например, на примере выделенной полосы общественного движения, которую сделала сейчас мэрия. Мы об этом давно говорили, но мы говорили в профессиональном смысле этого слова. Мы не имели в виду то, что они в результате сделали. 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. И как делают нормальные транспортные специалисты, которые хотят улучшить город? Первое, они идентифицируют проблему. Второе, они анализируют причины этой проблемы. Третье. Они пишут комплекс мер, с помощью которых эту проблему можно решить. Пятое. Какое-то, неважно. Но суть в том, что дальше они собирают меры, по которым можно правильно решить вот эту транспортную вот эту проблему. Создается несколько сценариев или несколько концепций. И такие концепции включают в себя много параметров. Количество рядов, ширина рядов, количество автобусных остановок, интервал движения, расписание движения автобусов, количество пассажиров в автобусах. Ну, вы понимаете, половину я даже не перечислил параметров, которые нужно учитывать. Для этого нужно иметь специальность, как минимум, соответствующую. А наш мэрия делает все задом наоборот. То есть вообще по-хорошему вы собрали, потому сделали транспортную модель. Мы на транспортной модели математическим анализом проверили, что город не станет в пробках после этого. И после этого только выделяете деньги и запускаете. А у нас в городе вообще полностью наоборот. Сначала выделили деньги и запустили, потом вместо общественных обсуждений не получили общественное негодование массовое и в Фейсбуке, и в Дубльгисе, и в Инстаграме. Все там делают фотки, жалуются. Да системно, ну правда. Вот. И только после этого они решают там поиграться и что-то поменять. Это в корне неправильный подход, но это демонстрирует повний непрофесіоналізм. Олександр, ні для кого не таємниця, що керівники, господарі транспортних підприємств, ну, це заможні люди. Я ні в якому разі не дивлюся там гаманець чи в кишені, ну, але що є, то є. І ви на початку нашої розмови розповідали, що дуже багато грошей йде не в бюджет, йде десь туди, куди ми не бачимо. Але що заважає цим людям оновлювати транспорт, оновлювати
парк, щоб і відношення було до них нормальне, люди їздили не як там тварини. Є проста проблема. Когда транспортная компания заключает договор, выходит в отношения с мэрией, она понимает, что у нее есть какой-то актив. А сейчас, ну, во-первых, по законодательному базе сейчас там нет каких-то серьезных, жестких критериев, и все эти тендерные условия, которые и имитация в эту тендерную игру с баллами, она все может быть проигнорирована. Вот. Потому что результат налицо. На улице выйдете на остановку, вы его ощутите. А не может быть, потому что вы как предприниматель, бизнесмен, вот вы хотите закупить, допустим, 20 автобусов, да? И это возможно быть рентабельным бизнесом. Но вы для этого должны взять эти автобусы в лизинг, где-то найти деньги и понимать, как предприниматель, что вы эти деньги вернете. Состоянием сейчас на местах власть настолько коррумпирована, что бизнес, вкладывая деньги, не понимает, будет ли у него завтра работать или продлен ли будет контракт. Не понимает, вернутся ли его инвестиции. Это все равно, что вы хотите открыть ресторан и не знаете, не обвалится ли это здание завтра или послезавтра. Ще одне питання останнє стосовно громадського транспорту. Не можна згадати наприкінці року ситуацію з кількома десятками автобусів, які були закуплені однією з таких відомим крупним підприємством. Спочатку ви презентували, потім мер поїхав. Ну, мені це не цікаво, скільки там батьків у цієї перемоги. Я, як громадянин Одеси, був радий, що нарешті на вулицях міста з'явились, ну, приємні такі автобуси. Потім карантин, транспорту менше, карантин послабшав, транспорту більше. А де ці автобуси? Які ви, чи то пан Труханов, неважливо, сприяли тому, щоб ці автобуси були на вулицях міста. Я маю на увазі автобуси там МАН, які повинні були їздити на 232-му, чи 243-му. Спостерігаю дійсно, я не бачу цих автобусів. Важно в цій ситуації, наверное, все-таки розібратися, тому що ми ініціювали реформу. Я об этом говорил ще на виборах, що хочу цю систему поміняти. У нас були определені ідеї, і ці ідеї надо тестировать. Мы решили провести какой-то тест, мы общались с разными транспортными компаниями, и директор этой компании, о которой мы упомянули, обратился официально на меня и предложил использовать их, мои новеллы, мои реформы на подвижном составе, новый, который они планируют поставить. В итоге это сильно не понравилось местной власти. Но как-то заходит молодой политический игрок, молодой урбанист, что-то хочет поменять. Да это же наша территория, мы тут что-то сами должны сделать. И они, видать, настолько его запугали, что он на видео в одном из интервью сам забыл, что на меня подписал письмо. Да. Але де вони зараз? Червень, місяць. Вони, треба признати, вони до карантину і справно постійно їздили. Так, це правда, я за цим слідив. Во время карантину і состояння на зараз, я готов актуалізувати цю інформацію. І просто прямо зараз мені немає якогось відповіду, який мог би підтвердити. Я не знаю, зараз вони їздять сьогодні чи ні, але можемо... Ну, тому що, так, я... Просто таке прохання від одеситів також. Я на слідчий ефір принесу вам виборців. Тому що я спочатку бачив ці автобуси, вони їздили там за комерційними маршрутами, ну, коли там людей везуть там в гіпермаркети. Ну так, це зрозуміло, тому що компанія заробляє більше, ніж вона заробляє, перевозячи там пасажирів там за 7 гривень там, чи там за іншу суму. Але це все ж таки для людей, щоб вони там їздили з одного спального району в інший. І цю проблему теж потрібно вирішувати. Якщо ви замітили. Позвольте, да. Так, звичайно, вибачте, що емоції просто. Да, це ж була моя ініціатива. Ви пам'ятаєте, на Фейсбуці ми збирали інформацію, голосування, спрашували людей, на який маршрут потрібно йти, автобуси поставити. Ми хотіли взаємодійства з людьми. Не для того, щоб просто появився новий маршрут, об этом нікого не спросили місцеві жителі, вулицю, там, я не знаю, таку-то он об'їжджає. Нам важно было другое. Вот мы хотим, чтобы вы понимали, он поставил, он ездил на 232 маршруте. А что произошло во время карантина, но мы просто не поддерживали какие-то отношения документальные, я не знаю. Давайте на следующий эфир. Зачем? Я дам вам ответ, скажу, что происходит, и мы это в прямом эфире озвучим. Так, действительно, голосование было, пан народный депутат говорит правду, потому что я теж принимал участь и теж голосовал за номера маршрутов. Если мы уже говорим про спілкування с людьми, насколько я знаю, ну, у любого нормального народного депутата це, в принципі, норма, коли він спілкується з людьми, там проводить прийоми. З чим йдуть, Олександре, до вас люди, мешканці Суворівського району? На самом деле, це обов'язок народного депутата
принимать приемы. Есть закон Украины про регламент, про статус народного депутата. И народный депутат Украины, вот есть 4 недели, 2 недели идет пленарных, это работа в зале, 1 неделя комитетская, а 1 работа с выборцами. Если ваш депутат на неделе работает с выборцами, не приезжает, об этом обязательно нужно сообщать, об этом обязательно нужно жаловаться и выходить в СМИ с этим. Обязательно это нужно делать. Карантин это в определенных условиях не касалось, но хотя вот мы в условиях карантина организовали онлайн-приемную. Мы не могли принимать людей, ставить их под риск их здоровья, но мы коммуницировали, мы общались. И в основном люди приходят общаться и с самого начала, там, когда мы во дворах общались, и по сейчас, вот сегодня общались с людьми, завтра у меня несколько приемных часов, люди приходят с местными проблемами. Люди приходят с проблемами, ну, не общенационального характера, а того, что их окружает. Лифтов, грязных парадных, текущие крыши. То есть они приходят по вопросам ЖЭКов, по вопросам ну, совсем бытовым, хозяйственным. Наверное, ну, меньше 1% приходит по вопросу там, не знаю, языка или референдума, или чего-либо другого. Людей волнует то, что их окружает, то, с чем они ежедневно контактируют. Да, и мы системно там работаем. Я уверен, ну, наверное, не хочу хвастаться, но я думаю, что объективно по количеству приемных часов, которые мы провели, наверное, я должен быть каком-то в топ-10 по количеству приемных часов. Мы еще в самом начале брали пример с Владимира Александровича Зеленского, когда он, помните, проводил экспресс-марафоны с журналистами. У нас был марафон с избирателями. У нас было по 10 приемных часов подряд. Мы слушали, общались с жителями. Вот очень много первых вопросов было про лифты. Лифты, тогда, помните, еще начальником департамента профильного был Козловский. Мы собрали много обращений, мы проверяли через списки. Там, на самом деле, все плохо. И, ну, скорее всего, лифты закупались по очень завышенной цене. И за ту программу, что они запустили, это большая и дорогая программа в рамках бюджета нашего города. И там, наверное, были большие злоупотребления. Мы собрали всех жителей и пригласили один раз Козловского, чтобы он к нам приехал. Естественно, ну, я задавал много вопросов, и жители очень много задавали вопросов. Он ответы на эти вопросы не нашел, и через 2 дня он после этого уволился. Через 5-6 месяцев уже было заведено дело на него по поводу закупки качелей вот этих, помните? Так. Баснословно дорогих. Ми, коли говоримо про роботу депутата на окрузі і спілкування з людьми, ну ось, прийшли, щось розповіли вам про свої проблеми, потім народний депутат якось повинен комунікувати, ну, на мій погляд, з міською владою. Як діалог відбувається? Я знаю, що не досить добре, але це зі слів пана мера. А що пан народний депутат каже про діалог з міською владою? Можемо, звісно, почати про наші відносини з мером, але наші відносини з мером почалися з першого обращення, коли я в соответствии з законом попросив у нього виділити приміщення під прийомну, де би я змог приймати граждан. Я вам могу показать видео, как выглядит приемная-конюшня из нескольких квадратных метров, буквально в смысле с сеном. На улице Махачкалинская, я не помню точно номер дома, но, простите, там не то, что там работать сложно, там не сложно принимать людей. Там вместо лестницы стоит стремянка, чтобы подняться в дверь. Естественно, это как-то отформировало наши отношения. У меня есть законные инструменты для коммуникации с любыми органами в нашей стране. Это депутатские звернения, депутатские запросы. Я в количестве не скажу, но это несколько сотен депутатских обращений мы направляем, продолжаем направлять, ну и точно не остановимся. Мы, коли говоримо про теж взаємодію з людьми, з виборцями, ми повинні говорити про різні інструменти. Є також інструмент там, громадських організацій. Прошу розповісти там декілька слів про громадську організацію, якої ви. Это, на самом деле, первый раз, когда мы будем в публичную плоскость эту информацию выносить. Ваш канал первый. Вот, это приятно. Да, и мы инициируем и запускаем свою общественную организацию. Это не политическая инициатива, это моя личная инициатива как одессита. Называется «Товарищество Акация». Да, на украинском «Товарищество Акация». Акация в честь одного из символов города, неформального.
товарищества, потому что отношения, которые есть среди членов этой организации, они действительно товарищеские, дружественные. Это еще началось, когда мы запустили, началась пандемия, и у нас был проект «Идея против пандемии». Мы организовали волонтеров, организовали предпринимателей, всех, кого можно. И за первые недели пандемии мы жителям Суворовского района и некоторых даже других районов организовали доставку продуктовых наборов. Это не были просто там, ну, олейна и лимон. Это были два пакета в сумме 11 килограмм продуктовых наборов, которых было достаточно. У нас был, работал штаб, работал колл-центр. Мы прозвали людей и узнавали, кому это нужно. Я очень много работаю с ОСМД. ОСМД про это прекрасно знает. Мы просили их передать информацию. Возможно, у них есть соседи, которые не смотрят телевизор там, и которым нужна помощь. И вот мы тогда это все организовали, сделали акцию. Про эту программу прошла хорошо. Но важно еще, что во время сбора команды, подготовки этого проекта и реализации этого проекта мы нашли очень много хороших людей. Хороших людей, которые хотят помогать городу. Вот в свободное от работы время люди там это проводят. И, собственно, мы провели такую программу. Акация будет много чем заниматься полезным для города и предлагать какие-то конструктивные схемы организации транспорта, еще что-то. Но вот первое ближайшее мероприятие, которое мы собирались провести, оно связано с тем, что Суворовский район очень грязный. За ним не убирают. Суворовский район надо воспринимать как большой район, если не самый большой район Одессы. 300 тысяч людей там. Это поселок Котовского, это Слободка, Лузановка, Большевик, Куяльник, это микрорайон Балский, там, это Пересып. Очень много территорий, да, таких субрайонов, микрорайонов, где живут люди, и там действительно грязно. Мэрия не реагирует на наше обращение ни по веткам спилить, ни деревья спилить. Там куча дворов. Единственное, что они просят, чтобы сделали, спилили старый тополь, который падает на машины, на детей и так далее. Очень часто это решит все проблемы для одного двора. Ну, может, не все, но там, основное, чего они просят, это просто спилить. Мы готовим обращение, мы просим местную власть, она не реагирует. И мы берем ситуацию в свои руки. На Суворовском районе мы будем проводить Суворый субботник. Сами берем в руки лопаты, инструменты, мы организовываем весь этот инструментарий, в том числе вывоз мусора, где-то, где будет возможность, это раздельный сбор мусора. Обязательно берем Лузановку, наш пляж. Сейчас мы уже подготовили там все, прописали процедуру, начали собирать волонтеров, но, к сожалению, ситуация с пандемией начала осложняться, и мы пока поставили на паузу. У нас готовый проект, он на низком старте. Как только, я надеюсь, как можно скорее мы выйдем из этого этапа второй волны пандемии в Украине, то мы продолжим и запустим это. Что хотите запитати вас про політичну культуру населення? Раз ви вже так постійно спілкуєтесь з громадянами, з одеситами, чи прийшло до наших співвітчизників, земляків таке розуміння, що депутат Верховної Ради – це не людина, яка там включує лампочки, а людина, яка розробляє механізми, алгоритми та приймає закони. Так, це не одразу воно прийде, це розуміння, але ми вже майже 30 років незалежності, а у нас, коли народний депутат з'являється, а зробіть це, а ще тут асфальт застеліть. Це дійсно правда. Я не люблю ссылаться на попередники. Мне даже некомфортно, когда этим занимаюсь, но ситуация реально такова, что за 20 лет независимости, ну, 28 лет независимости мы дошли до того, что в стране выборы строятся исключительно на гречке. Люди голосуют за гречку, они привыкли, что мы ждем изменений раз в 5 лет, за год до выборов начинается ремонт дорог, начинается раздача каких-то пайков, это все от бедности. Это все от наглости политиков. Я шел на выборы год назад с тем, я не раздавал гречку, не участвовал в этом. Я говорил и критиковал тех, кто этим занимается. И я не буду этого делать вообще. Это будет подтверждаться практикой нашей команды на местных выборах. Мы не будем раздавать гречку, не будем заниматься такими вопросами. Народный депутат действительно человек, который должен писать политики, заниматься законами и заниматься непосредственно законотворческой деятельностью. Хорошая идея, когда к тебе приходит житель, вы понимаете, что это какая-то конкретная проблема, и эту проблему можно конвертировать и решить в законодательной плоскости для того, чтобы превентивно не допустить таких ситуаций в будущем. Но народный депутат реально не должен ни в одной другой стране, ни в нашей строить детские площадки, красить бордюры. Это все должно остаться в прошлом. И поверьте, очень непросто объяснять людям, что действительно так. Многие люди действительно ожидают, что в очередной раз пайков. Много людей пишут, знаете,
в мессенджеры, там, в Viber, в Telegram, в Facebook Messenger. И часто просто скидывают сообщение, там, здравствуйте, Александр, мне нужна помощь, вот мой номер карты, скиньте мне 6000 евро. Ага. Да, это практика практически повседневная, то есть это подтверждает тот факт, что люди ждут от политика, в первую очередь от народного депутата, не законотворческой деятельности, а ну, вот, каких-то пайков. Это, с этим нужно работать, это нужно объяснять, в том числе на ваших эфирах, на других. Нужно поднимать эти темы, это вопрос важной политической культуры. И пока она не будет меняться, не будет серьезного системного запроса на демократические изменения в стране. Ну, завжди і на минулих виборах ми теж про це говорили, про політичну культуру, її потрібно підвищити. Раз ви вже, пане Олександр, затронули тему місцевих виборів, я не можу не поставити вам питання щодо участі вашої політичної партії, що взагалі «Слуга народу» буде представляти собою на місцевих виборах. На сьогоднішній день це така таємниця велика, що ми, журналісти, десь там додумуємо, так? Щось вигадуємо, тому що немає офіційної інформації. Можливо, переді мною сидить там кандидат в мери. Чому ні? Тому що немає офіційної інформації. Чи з'явиться інформація вже кінець червня, вибачте? Конечно, обязательно появится информация. У нас будет пресс-брифинг, мы проведем мероприятие, всем представим нашу первую десятку, представим нашего кандидата в мэры. Все это увидят, конечно, смогут задать свои вопросы и кандидат в мэр, ну, в смысле, кандидаты в городской совет, и кандидат в мэры, будут ходить на эфиры, общаться с журналистами и, собственно, отвечать на вопросы, которые интересуют. Да более того, программа, которая будет идти от кандидатов на местные выборы, это будет программа людей. Это будет возможность людей высказаться, и наполнением, содержанием этой программы станет то, что волнует людей. Мы про міську раду и про областную раду також, тому що... Я очень люблю Одесскую область, но я горожанин, я живу в городе Одессе, и мне очень, в первую очередь важно, чтобы тут все было хорошо. Я не хочу распыляться, я не успею отстроить всю область, и мне нужно сконцентрировать силы на округе в первую очередь. Остання там соціологія, там рейтинги, що там конкуренти вже ось нас доженуть, а рейтинг партії там десь падає. Чи не стежте поки за соціологією? Іспуг – це не та, мабуть, емоція, з якою ми... Ну, хто проголосує за тих, хто пугається? Ну, навіть не в цьому діло. Діло в тому, що це нормальна політична закономірність. Після будь-яких виборів рейтинг у партії власті обов'язково падає. Но к нему не нужно относиться как к чему-то, что падает, и просто смотреть, как оно падает. Это нужно контролировать, это нужно удерживать, это нужно повышать. И есть огромный запас роста. И до сих пор та же социология говорит, что у нас огромное количество пессимистов, которые в том числе понимают, а основные люди, которые голосуют за «Слугу народа», это много молодых людей в возрасте там, от 26 до 37 лет, которые понимают особенности системы, которые не ждут пайков, которые готовы дальше ждать изменений и готовы в этом участвовать. О, і наостанок, Олександре, хотів вже вас відпускати, але раз ви вже сказали там про першу десятку кандидата в мери, можливо, там якісь праймеріс будуть. Я пригадую, як 10 років тому одна політична сила оголосила про праймеріс, так то об'явила, а потім вже забула. Це така практика європейська, американська більше, можливо, будуть. Я вам так скажу, якщо у нас буде більше одного кандидата, у нас буде праймеріс. Ось так. Дякую за відповідь і взагалі за змістовну розмову, майже півгодини, так швидко прилетіли. Бажаю успіхів вам, Олександр, вашим колегам, взагалі вашій команді, і бажаю зробити багато кращого на благо Одеси і Суворовського району. Спасибо. Дякую. Залишайтесь на телеканалі «Репортер», з вами був Віталій Хемій, до наступних зустрічей в ефірі.